добра среща, уважаеми зрители! Фолклорна трапеза започва, аз съм Каролина Дичева. В първата половина на днешното предаване ще ви срещнем и запознаем с госпожа Людмила Рошкова от Москва, която ще приготви специално за нас едно от най-традиционните руски ястия. Ще се свържем с нея онлайн само след минути. Във втората част на предаването очаквайте рубриката ни Етно находка, в която ще ви представим фолклорна група Славейче, танцов състав и група за местен хумор при Народно читалище Климент Охридски 1924, село Осено, Влак, община Своге. Сега, след като разбрахте какво да очаквате от днешната ни среща, време е да стартираме подобаващо с едно от най-красивите танцови изпълнения от фонда на предаването ни. Thank you.
пути, че не мога, че не мога, за куда да ида. Опни ми, тропни ми, мога на пути, опни ми, тропни ми, мога на пути, че не мога, че не мога, за куда да ида. Че не мога, че не мога, за куда да ида. Отпия, отпия, пустия гене, сакая ми, белото лице. Че не мога, че не мога, за куда да ида. Отпия, отпия, пустия гене, сакая ми, белото лице. След това танцово въведение, сега е време да ви подготвя за срещата ни с нашата главна героиня днес в фолклорна трапеза. Както вече ви казах малко по-рано в предаването, нейното име е Людмила Рожкова. Нейните участия в музикални празници Еврофолк са многобройни. През годините е имала изява в Старопланински събор Балкан Фолк, Световна купа по фолклор, град Велико Търново, Световен шампионат по фолклор, а тази година и в онлайн изданието на първият международен инструментален конкурс Златни струни. Нека преди рецептата, която предстои да видим, да се потопим за малко в творчеството на Людмила Рожкова. Пришел сон из семи сел. Пришла лень из семи деревень. Собирались лечь, да простыла печь. Окна смотрят на север. Сторожит у ручья скирдальничья, и большак развезло, хоть бери весло. Уронил подсолнух башку на стебель. Которым стоит теря.
стоит, а сосновый спит и цветет вокруг монастырский лог. Ни амбаров, ни изб, ни кумен не раздумал, пока запрягай гнебка. С лица пустырь, и отец игумен, как есть безумие. След музикалното изпълнение на Людмила Рошкова, сега имаме готовност да ви срещнем с нея, макар и виртуално. Започва нашето онлайн интервю. Здравейте, госпожо Рошкова, как сте? Здравствуйте! Хорошо! Благодаря, че се съгласихте да участвате в Укорна трапеза. Къде се намирате в момента и кой е до вас? Мы сейчас находимся в Москве. Дома. Представете ни господина до вас, който най-вероятно ще ви помага в днешната рецепта. Это мой руководитель, арт-директор Владимир Король. Здравствуйте! Здравствуйте! Как творец като вас се справя в тези трудни времена? Много концертов отменяться, много клубов закрыли. Фестивали все перешли на онлайн-формат. И также есть работа у меня сейчас. Я преподаю онлайн уроки игры на гитаре. И также преподаю вокал. Знаем, че обичате да пеете и свирите, но не знаем дали и кулинарията ли ви привлича. Обичате ли да готвите? Ну, по настроению бывает нравится. Какие-нибудь интересные блюда нравится готовить, и я люблю готовить разные блюда, не только русской кухни. Люблю готовить шарлотку, какие-нибудь такие вот сладкие блюда из теста. И вот сегодня как раз мы хотим приготовить из теста блюдо русской кухни. Какви са спецификите на руската кухня? Кои са традиционните продукти и ястия? Ну, традиционные блюда для русской кухни – это супы различные, горячие, холодные, мясные, сытные. Ну, вторые блюда – это пироги, блины. Каши, да, очень много сортов каши, есть даже вот такая вот сказка, каша, приготовить кашу из топора. Каша всегда с маслом, очень вкусно. И также пельмени, это считается русская кухня, пельмени, как и пироги, бывают с разными начинками. Но в основном пельмени, конечно, да, мясные. Да, пельмени мы любим с мясом. Виждаме, че имате и готовност да ни покажете рецепта, коя избрахте да видят нашите български зрители и защо? Мы выбрали блюдо, хотим приготовить пельмени. Пельмени мы выбрали потому, что мы их очень любим. Это очень вкусное блюдо. Оно мясное, очень сытное. Его очень вкусно и сытно есть в зимнее время, чтобы согреться. Например, если пришли с улицы, в обед, очень
приятно поесть и очень сытно поесть пельмени. Потому что все здесь такое калорийное. Это тесто и мясо. Это фарш. Фарш здесь свинина и говядина наполовину. Ну вот фарш мы покупаем в магазине. Там он уже смешанный. Это говядина и свинина. И я добавляю фарш. Это начинка у меня будет для пельменей. Я буду добавлять вот такой фарш. Такой красивый. Я буду добавлять фарш, порежу лук. Ну, а я пока расскажу о тесте. Так. Тесто самое простое. Мука, яйцо и вода. Ну и соль. Главная пропорция. На стакан воды 3 стакана муки. И одно яйцо. И пол ложки соли. Вот мы сейчас это начнем. Правда, по правилам, вы, наверное, знаете, как готовят. Высыпают горку муки, потом сверху делают ямку, вбивают яйцо и потихоньку размешивают. Но я так не умею. Я просто буду размешивать вот такой чашки. И постепенно добавлять муку. Поэтому я сейчас выливаю воду в чашку. Разбиваю яйцо. Кладу пол ложки соли. Иногда можно добавить немножко сахара, но это уже по настроению. И начинаю добавлять муку и мешать. Да. Потом, когда замешаю до густого, положу и буду уже руками вымешивать. Мы всегда готовим пельмени вместе. Всегда я готовлю фарш. А Владимир всегда готовит тесто. Свързана ли тази рецепта с някакъв сезон или праздник? Скорее с сезоном. Да, это что, зимнее такое блюдо. Пельмени-то лепить понемножку много времени займет. Поэтому пельмени лепили по многу, целыми мешками. И выкладывали на мороз зимой, замораживали. Сейчас-то, конечно, есть холодильник, но зато в холодильник мешок не влезет. Все равно получается вещь, которую делают, чаще всего делают на выходные. То есть вот с утра встают и лепят пельмени. Часть съедается, а часть кладется в морозилку и оставляется на будущие времена. Да. Вот я добавляю лук, фарш. Еще я люблю добавлять чеснок. Я его тоже мелко режу. Вот так. На мелкие дольки. Ну, а я домешал тесто до того состояния, что его уже надо... дальше руками на доске месить. Что я сейчас теперь буду делать? Потом я добавляю сюда яйцо и добавляю сюда смесь перцев. Здесь я смешала разные перцы. Здесь и красный перец, и черный перец, и душистый перец. Я люблю класть побольше перца. Все это надо посолить. Так. Все это мы делаем на глаз. Еще я хочу добавить в фарш немного зелени. Вот это у меня зелень. Петрушки, укропа. И есть еще кинза. Сейчас я их немножко и... Ой, а как же правильно называется кинза? Они могут не знать его название. Мы называем его кинза. Это, кажется, эстрагон. А может, я и путаю. Ну,
Да, то, что у нас обычно названий, народное кавказское название неправильное. Скажем, базилик у нас называется Риган, а вот кинза, по-моему, называется эстрагон. Но я могу путать. Да. У зелени мы любим стебельки вот так вот отрывать и резать только листочки. А стебли сушим и добавляем потом при варке куда-нибудь. Да, добавляем их, например, когда варим бульон. Очень вкусно получается. И креветки вареные с такими стеблями очень вкусно. Очень вкусно, да. Вие вече няколко пъти сте била в България. Какво най-много ви впечатли от българската кухня? Больше всего нам понравились также мясные блюда, большое разнообразие. Правда, мы очень много там везде разных блюд пробовали, но мы не запомнили названий. Но все они были мясные, и там всегда входило очень много овощей, там разнообразие овощей, и всегда был болгарский перец, который мы тоже любим, очень любим болгарский перец. Вот я добавила фарш, зелень, посолила, и теперь буду размешивать. А я начинаю готовить, называется, лепёшку для теста, для пельменей. Это тоже у всех по-разному. В детстве, я помню, всегда просто нарезали и шкалкой раскатывали. А я сейчас приспособился, чтобы ровнее использовать рюмку. Вот так мы раскатываем и размешиваем. Вдвоем очень неудобно, потому что параллельно, когда один сидит, это все делает, конечно, там... Это скучно одному, да. Долго. А когда вдвоем, всегда... Веселее. Быстро, да. И быстрее. Можно сделать сразу большое количество и положить их в морозильник. У нас, кстати, сейчас еще в морозильнике лежат пельмени. Так что это будет дополнительное. Да, вот, кстати, одно из русских блюд еще есть холодец. У нас там еще в холодильнике тоже лежит холодец. Это студий. Мы его всегда варим на Новый год. Но в этот раз... Мы решили, что у нас слишком много... Тут было много еды. Да, и мы его отложили, не сварили, а потом решили сварить. Вот совершенно недавно сделали, и уже доедаем. Когда его едим, мы вспоминаем Новый год. А также еще одно из русских блюд – это различные соленья. Соленые огурцы, помидоры, квашеная капуста, также соленые грибы. И вот мы тоже насолили в этом году, как и раньше, насолили грибов. У нас есть соленые грузди. И лежат в холодильнике. Так. Очень красивые. Я на самом деле украинец. Поэтому очень люблю похожие на пельмени у нас так называемые вареники. Ну и, правда, реже делают с мясом, но вот вареники мы тоже поэтому всегда делаем вдвоем. А я хоть и не украинка, но мы также с детства в семье всегда лепили вареники и пельмени. Вареники это такие же, как пельмени, только с творогом. Почему только с творогом? Могут быть и с вишней, и с капустой, и картошкой. Да, они бывают все разные, может. Но вот мы в детстве только с творогом делали. На эти лепешки мы вот так накладываем фарш. Ну, собственно говоря, как и пирожки делают. Или как у вас, мы видели, монголы делали чебуреки примерно так же. Только что они жарили, а мы варить будем. Чебуреки тоже
мы делаем иногда. Кстати, из этого теста можно делать чебуреки. Очень, очень хорошо получается. Вот так мы накладываем, а потом будем из них лепить красивые вареники. Ой, пельмени. Вот так мы их лепим, соединяем. И получается, потом вот так закручиваем. Получается вот такие. Главное отличие пельменей от вареников. Вот такие красивые. Что пельмени чаще всего заворачивают. А вареники, да, вареники, они вот такой формы. Просто их не заворачивать. Вареники вот были бы вот такой. А вот так заворачиваешь, и получается пельмени. Вот. 6 пельменей на ужин нам более чем достаточно. И вот мы сейчас уже, считайте, скоро закончим. Так что судите сами. При достаточной тренировке можем, конечно, и больше показать, наделать, но я думаю, достаточно. Наделать можно их. Да, на обед побольше, а на ужин мы много не едим. Потому что это тяжело на ужин. Людмила, разкажете на нашите зрители за творчеството си. Какви песни обичате да изпълнявате? Я изпълнять люблю разные песни. В Болгарию я приезжала исполнять на фестиваль свои авторские песни и народные песни, песни разных народов в моей авторской аранжировке. Потому что я пишу и музыку, и аранжировки создаю в своей домашней студии, на компьютере. Я пишу сначала ноты, партитуру, а потом я заношу это все в программу, и у меня получается авторская минусовка. И свои авторские песни я исполняю с гитарой и авторской минусовкой. А вообще я еще исполняю зарубежные и отечественные хиты. Просто мне понравившиеся песни. Вот так столько песен я выучила, что получилось, что все эти песни на 12 языках. Есть даже песня на хинди. Вот. А так выглядят наши домашние грибы. Может, поближе к камере? Нет, видно. Видно, да? Видно, видно, да. А это вот мы вместе собирали. В лесу. А мы живем, в общем-то, на окраине Москвы. И у нас лес поблизости. Да. Вот мы туда ходим и собираем эти грибы. Да, вот я сейчас более крупным планом покажу. А потом вот я такие их законсервировала. Грибы собираем вместе, а уже солю их я одна. Потому что... Едим тоже вместе. А едим тоже вместе. Ну, потому что ты в детстве их не солил, да? У вас там не растут грибы. Ну, у нас с грибами на Кубани, я родом с Кубани. Да. У нас предгорье, у нас с грибами хуже гораздо. Поэтому он солить грибы не умеет. Не особенно. Мама еще как-то немножко солила, а я не успел научиться, переехал в Москву. Тут уже учить было некому, поэтому нет, не получилось. Так, ну вот столько достаточно. Там, наверное, надо воду включить. А, да. Да. Ну вот в связи с карантином много появилось работы онлайн. Различные онлайн проходят концерты, а также у меня появилась своя радиопередача. И я в ней рассказываю о своем творчестве. Моя авторская программа называется «Исповедь». Я рассказываю в ней различные истории, свои биографические. Ну, в общем, кто хочет... Включаю свои песни, музыку. Более тесно познакомиться с Милиным творчеством можно найти в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке.
группы называется Мила Рожкова. Ну, на кириллице, конечно. С какого завершва рецептата? Мы их будем забрасывать в кипящую воду. Вот в кастрюле мы поставили греется вода. Ну, она должна быстро уже закипеть. Сейчас она закипит, и мы будем забрасывать их в кипящую воду. Они должны покипеть 5 минут. Ну, даже иногда меньше. Ну, в принципе, и мы их будем есть по-разному. То есть я люблю есть их с бульоном. В котором они варились. Ну, собственно, в той же воде, в которой варились, она превращается в бульон, и Мила с ними ест. Я покажу, как я буду есть. А еще некоторые люди любят со сметаной. А я обычно со сливочным маслом, с уксусом и горчицей. Горчица у нас, правда, тоже своя домашняя, сами делаем, но не обязательно, можно и купить. Можно с майонезом, даже с сыром потереть сыр и посыпать, и добавить сливочного масла. Ну, это уже будет равиоли. Если с сыром, это уже по-итальянски. Вот такие получились пельмешки. Вот пониже они. Чуть-чуть. Видно, да? Красивые. Видно, да? И получается, сейчас будет кипеть вода. Когда мы варим пельмени, мы забрасываем воду, добавляем лаврушку и душистый перец и перец горошком. Вот здесь я приготовила. Все это добавляем в бульон. Сейчас он закипит. Он уже закипает, собственно. Его надо посолить, добавить соли. А я пока порежу зелень. Еще порежу зелень. Я кладу ее. Я сейчас... Да, я уже сказала, что я забросила. Сейчас я закладываю их сюда. Все они у меня здесь. Помешай, чтобы не прилипли к одному. Да, нужно помешать, чтобы они не прилипли к одному. Вот такой вот ложечкой. Сейчас они должны покипеть. 5 минут. Как се консумират? Топли или студени? Нет, их едят горячими. Холодными это уже не так вкусно. Вот как они кипят. Мы сидим, ждем. Осталось немножко, да. Совсем немножко. Може ли да чуем песен? Вот пока мы, пока варится, мы вот так вот... А давай сейчас двинем и тебя посадим вот сюда. И пою, когда варится. Такая будет песня. Yeah.
с восточной стороны. И сорвали черную шапку с моей буйной головы. Сорвали черную шапку с моей буйной головы. А я сам на кадре был, ох, на сумме сон мой разгадал. Увы, пропадет он, говорит, я буйна голова. Ой, пропадет он, говорит, твоя буйна голова. Спасибо вам, отлично! Може ли да видим готовите пелмени? Сейчас. Сначала я кладу сюда зелень. Я люблю с бульоном. Тебе зелень положить? Ну, положим. Немножко. Так, и я добавляю сюда сливочное масло. И сыплю еще черным перцем. Вот так вот сыплю. Перца люблю много, а тебе не надо? Можно. Тоже. Вот. А мне еще... Перца любим класть много. Ну, а у меня еще, кроме сливочного масла, еще и горчица своя. А, еще у тебя что, уксус? Уксус, ну ладно. Горчица свежая еще. И это все едим. Это вот тебе. Ага. Да. Это вот. Да. Он ест вот так. А у меня получается... Как бульон. Бульон. Как суп. Да. Ну, вот, собственно... Вот такое готовое блюдо. Жаль, что мы не можем вас пригласить за этот стол. Очень вкусно. Это купить. Очень вкусно, да. Вот такие получились пельмешки. Благодаря ви за този разговор и за рецептата, която показахте. Желая ви здраве и до нови срещи. Надявам се отново да ни гостувате в България. Спасибо вам, мы с удовольствием приедем. Ваше удоволствие. Когда сможем. Обязательно. След тази среща с това хубаво руско семейство, уважаеми зрители, сега ще продължим с още едно изпълнение на българска сцена на Людмила Рожкова. Все соберу, я поеду скорее туда, где забытые радуги мокрые. Глаза мне страсуна.
Вече сме във времето на редовната ни рубрика Етнонаходка. Намерението ни е днес да ви срещнем с представителите на фолклорна група Славейче, танцов състав и група за местен хумор при Народно читалище Климент Охридски 1924, село Осеновлак, община Своге. Причината да изберем този състав за днешната ни рубрика е безценният му репертуар. Познавачите на българския фолклор ще останат доволни. Гледайте и слушайте! Моля най-напред да се представите. Бориславка Иванова Тошева, художествен ръководител на съставите в село Осеновлак към Народно читалище Климент Охридски. От кога се занимавате с тази дейност? С тази дейност се занимавам от 40 години. Защо се посветихте на тази дейност? Цели 40 години. Посветих се на тази дейност, защото това ми идва от сърце. Обичам много песните, хората и по този повод реших да създам танцовия състав, детската фолклорна група и групата за местен хумор. Начи брата, трендафил цъфти, сени ми, бени ми, бехлебе, бени, суом, сутром, белку, кузларин. На Тодорини врата трендафил цъфти, сейни ми, бейни ми, бехлебе, бени, суом, сутром, белку, кузварин. Коли ще мине да го откине, сейни ми, бейни ми, бехлебе, бени, суом, сутром, белку, кузварин. Тодор ще мине да го откине, сейни ми, бейни ми, бехлебе, бени, суом, сутром, белку, кузварин.
На коя мома ще да го даде? Сейни ми, бейни ми, бе хлебе, бени. Сулом, сутром, бел кукузварин. На цеца мома ще да го даде? Сейни ми, бейни ми, бе хлебе, бени. Сулом, сутром, бел кукузварин. Да го закичи на руси коси. Сейни ми, бейни ми, бе хлебе, бени. Сулом, сутром, бел кукузварин. Здравейте, изключително ми е приятно да се срещнем и разговаряме тук в Осен Овлак, но нека първо да се представите за нашите зрители, да кажете къде се намира Осен Овлак и откъде носи името си. Казвам се Борис Стоянов, председател съм на читалище Климент Охридски, 1924 година в селото. Осен Овлак се намира в подножието на Западна Стара планина. Село Осен Овлак има предание няколко. Реката Габровница, която минава тук, носи село Габровница долу, името от нея. Лакатуши и от това, как Осен Овлак, Лак и Осен Овлак. Другото предание е, че цар Асен е водил борба с византийците, битка, и загубил си лъка и от Асенов Влак, Лък и Осен Овлак. Колко души живеят днес в селото? Днес живеят около 200 човека. Но фолклора е жив тук и то в първо образа си и прави ви чест за това, което сте постигнали. Да, действително е жив и аз съм председател на читалището от около 30 години. И ние сме участвали в всички събори на Копривщица и други събори, и участията там винаги са ни възнаградени само с златни медали. Танцови състави имахме на времето, три танцова състава. Имаше младежи, деца и възрастни. Отделно гайдари, отделно гадолари, певчести групи. За съжаление населението като насякъде намалява и тук също и нашите възможности намаляват. Но все още сме запазили типично наше, което е. Защо го правите това, въпреки трудностите, въпреки демографския срив? Ами правиме го, защото обичаме да се запази това за нашите поколения да го съществува, да го има. Иначе моята длъжност е неплатена, както и на всичките участници. Всички с желание. С желание и обич към нашето минало, родно, и да може да се запази за бъдещето на нашите деца, внуци, правнуци и така нататък. Виса, виса, Лазаре, да сабият кошере. Зависа нова лозица, руде ле, руде плавео. Не ми е нова лозица, руде ле, руде плавео. Най ми е янка гражданка, руде ле, руде плавео. Ръцете и са вощени, руде ле, руде плавео. Гърлото и е медено, руде ле, руде плавео. Кака Дона Политиката е най-енергичната жена у селото. За най-дребното нещо, толкова политика, че ти води, че чак на втори час ще разбереш за какво е думата. Синът ти станал вече за женитба, пък тя харесала дъщерята на Гане Стрин от Зимнишки дол, та рекла да го заприказва. Оно Гане е за сватба вече се кани. Тая годин всичко ни се роди, пълно тавраловато. Камбаро догоре е пълен с жито, а пътиквите като говеда бея налегали по нивата. Ракия за сватбата съм насипала до немай къде. Сите бурета, домаджани, шишета, та чай от епсии съм налела. Разбрал и Гане политиката, та рекал да я засече. Не ми е чудно, Доно, никак. Само ми е чудно за тепсиите, отдека за етапи, та ги затисна тия пущини. Нека да започнем с създаването на танцовия състав. Кога възникна то? Танцовия състав е създаден през 1978 година.
С какъв репертуар? С местни фолклорни хора, които се изпълняват на местно, на общинско, на регионално ниво. Участвали са във всички събори в Копривщица, носители са на златни медали. Хората, които изпълняват, са стари, местни, типични за селото. Нека да кажем наименуванията на хората, защото са много интересни. Първото хоро е Дългата, второто е Напред-назад, третото е Пипалецо и четвъртото е Буковски. Откъде носят наименуванията си? От самата игра ли? От имена хора ли? От самата си игра. Напред-назад? Да, Напред-назад. А Дългата, защото дълго се играе ли? Да, защо по-дълго се играе. Имал ли изяви този състав извън граница? Състава е участвал в международен фестивал в Австрия. Епа, че се любим, не че си мъчим душата. Епа, с коя се любиш? С Цона на кмета Щерката. Епа, като се любите, че я вземаш ли за жена? Па я така мислим. А нихните знаят ли, че се любите? Па я не знам, па дали у нас знае, па камо ли нихните? Нека да поговорим сега за детската фолклорна група и групата за местен фолклор. Те също са много интересни състави. Кога ги създадохте тях? Детската фолклорна група и групата за местен хумор са създадени през 2006 година. Песните, които ги изпълняват, са стари, които са наследили от техните баби. Хуморестите също са си местни, типични за района. Откъде ги издирахте? Издирахте от кого? Песните, за тях да поговорим. Песните от техните баби ги издирихме. Така ни са казвали по-малко ни казваха, докато ги сглобихме песните, да ги съставихме просто. Тая беше много стара баба и беше ги забравила. Коя? Тя почина. Елена Иванова. Да, колко песни имате събрани такива в читалището? Записали ли сте ги някъде? В читалището тия, които ги изпълняват, ги имаме записани, а другите идваха от своди от общината, та ги записаха от тех, така, жатварски, лазарски, но ние участията на нас не са с тези, къде сега ги изпълняват в момента. Живи човешки съкровища, това е национална програма. Доколкото разбрахме, и там сте включени. С какво? В Живи човешки съкровища фолклорната група участва с песните. Бухал, бухали, куцапи, гел, мел, гел, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, лику цапи важя суче, гео, мео, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, важя суче, луки, връзва, гео, мео, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче,
Коя мома ще се рушка, гео, мео, гео, перо, мало, иво, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пеливанче, девойче. Не ви мома ще се лушка, гео, мео, гео, перо, мало, иво, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пеливанче, девойче. Кой ли момък ще я рушка, гео, мео, гео, перо, мало, иво, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пеливанче, девойче. Тодор момък ще я рушка, гео, мео, гео, перо, мало, иво, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пеливанче, девойче. Ваша люш не триша цуне, гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пеливанче, девойче. Това, което постигат съставите от тази дейност, която се развива тук в селото? Аз съм удовлетворена от това, което съм постигнала със съставите и съм горда, че имахме шанса да участваме в световния шампионат по фолклор на сцената на амфитеатъра в град Несебър. Участниците дадоха всичко от себе си и завоюваха аплодисментите на публиката и оценката на журието. Завърнаха се със сребърен медал. Това ни кара да се гордеем, че сме българи. Човек се чувства жив, когато преодолява трудностите. За всички тези успехи, които сме постигнали, читалищните самодейци благодарят на кмета на община Своде, за да могат да се осъществят за снемането на съставите и участието в фестивалите. Благодаря ви много за това интервю. Впечатлена съм от репертуара, който имат вашите състави. Продължавайте в този дух и нека тази приемственост да не прекъсва. След представянето на съставите от село Асеновлак, сега е време да се разделим, приятели. Непременно гледайте фолклорна трапеза и следващата седмица. Довиждане и бъдете здрави!